был как раз корреспондентом центрального телевидения, который отправился вместе с Толстого. Ты корреспондент. Здесь сидит один человек, который зовут Алексей Журавлев, который является в данном случае представителем компании «Диверс». Он был комментатором того конкурса. Ты... А, даже так. Шли подсчеты голосов и... Я помню. А, самое главное, я помню претензии, которые к нам предъявляли финские комментаторы, которые сидели в соседней кабинке. Они сказали, что мы с Таней Годуновой, мы вдвоем тогда были комментировали, что мы кричали так, что финские зрители слышали нас, а не финских комментаторов. А мы действительно, это же был первый раз, когда мы так высоко поднялись, и мы... Такая эмоция была невозможна. Я честно могу сказать сейчас, уже спустя десятилетия, эту историю, что... у меня был очень-очень плохой номер в гостинице. И все как-то вроде было неловко, что, значит, вообще я там живу где-то. И кто-то не приехал из нашей делегации, и есть очень хороший номер, звездочной гостиницы. И говорят, Андрей, ну можно последние два дня переехать, значит, туда. И я переезжаю, значит, и думаю, ну что я пойду, значит, смотреть телевизионный конкурс, когда я могу лежать в огромном номере, понимаете, и смотреть его по телевизору. И вдруг, когда я вижу, что Алсу приближается все выше и выше и выше, я думаю, сейчас я сделаю исключение, сейчас первое место, я быстро одеваюсь, еду в это. Ну, да, для меня это тоже было большой неожиданностью. На самом деле, да, мы никто, наверное, не рассчитывал такой высокий результат, потому что все как-то вот, я такая маленькая была, самая, кстати, молодая была на тот момент участница, 16 лет мне было. Вот. Очень мало опыта было, ну я практически только начала. Для меня это, наверное, такое было главное в моей карьере, главная победа. Ну, я говорю победа, для меня это была победа, потому что я не ожидала, и действительно после этого все пошло так стремительно вверх. Новый виток какого-то русской музыки, какой-то люкс появился, вот апломб такого, знаешь, глянца. По-моему, ты невероятное сделала, поехав туда, правда. Еще спасибо. Раз подняла. Спасибо. Пробила одно ребро. Я училась в Лондоне, у меня не было проблем с языком. Абсолютно, мне кажется, и акцента не слышно. Вот. Мало времени, конечно, было на репетиции, и как, наверное, все, кто участвовали, я думаю, вы согласитесь со мной, что пока с утра начинаются репетиции, прогон один, прогон два, и уже к самому выступлению просто выжат как лимон, и, ну, на репетиции всегда получается лучше гораздо. Я сейчас всегда, когда просматриваю свое выступление, так, особенно в начале, мне немножко так режет слух, потому что, ну, действительно, много там погрешностей, нервы, и вот эта усталость вся, и потом... сказали, что шоколад нельзя есть перед выступлением. Я там целый тазик шоколада съела. Ну, в общем, под конец как-то немножко я уже выстроилась. Что, почему? Почему я связок, ну вот, не смогла, не связок. А я вот на нервах, я просто слопала вот, все, что я ела. И все, что попало в пот такое. И вот понятно, что ну, могло бы быть лучше. Но все равно я довольна, скажем так. После финала. Ты помнишь вообще, что происходило и как? После выступления? Да. Я помню, да, что это был очень трогательный момент для меня. Конечно, первое впечатление, вот когда мы сидели все в грин-руме, и я начала получать самые высокие баллы, и каждый раз мне показывали, у меня просто был шок, и я вскакивала, и в какой-то момент даже у меня провалась лямка на моем топе. Ну, в общем, слава богу, обошлось без каких-то цензурных вещей. Но... ну, я была в шоке, мы все были в шоке, у нас было счастье, слезы радости, и вот по сей день прошло 13 лет, я просто в шоке. Время летит, да, потому что прошло 13 лет, и я помню, что после банкета мы поехали еще все на дискотеку, да, и это, я скажу тебе, культурологический шок, потому что мы вышли из дискотеки, мы заходили, было темно, а выходим, типа, времени, там же светает рано, белые ночи начинаются, и уже светло, то есть это такое первое ощущение ужаса такого, что уже день, понимаешь, а мы тут все танцуем, и на всех дискотеках уже играет сразу твоя песня, да, и... Да, ну, на следующий день, когда я проснулся, мне казалось, что это был какой-то то ли кошмарный, то ли какой-то хороший сон, непонятный, ощущения. Конечно, когда вот все волнения, подготовки,
так все быстро вроде заканчивается, какая-то пустота наступает, ну, потом уже другие начинаются. А когда ты приехал в Москву, теперь, приведи себя, например, на переднем сиденье в машине, не отдавали милиционеры честь? Вообще на каждом углу. Я не знал, куда действовать. Вы тут начали говорить про культурологический шок, да? На самом деле, в 2006 году ко мне тоже подошла Лена Перова. Вот, и когда все закончилось, я тоже какой-то счастливый. Да, и она говорит, не хочешь, Дим, как бы вот тут глотни. И я глотнул, и я настолько, видимо, устал, я настолько перенервничал, что я не помню, как я прилетел после этого в Москву. Я помню, что я очнулся на Патриарших прудах, ну, как бы при людях, да, как бы вокруг все замечательно. И со мной сидят на лавочке панки, у которых зеленые, красные волосы. И мне говорят, Димон, молодец, ты прям просто крут, давай, мы с тобой. Ну, знаешь, это было настолько необычно, ну, в общем, голосок, понимаете, человека, который 10 дней, даже больше, сколько мне тогда лет было. Я не знал, что это алкоголь. Это была первая встреча с алкоголем. Одна из этих. Тема программы меня. Нет, правда, ребят, серьезно, просто мы все помним выступление Алсу, она сделала большое дело для России, на Евровидении вообще. Вся страна поверила в себя. Потому что стало понятно, что нет души, которую нельзя покорить. И это был первый такой большой настоящий шаг к 2009 году, когда наконец наша общая мечта сбылась. Поэтому Алсу это такой, это большой герой для нашей страны. Да? Сейчас еще одна короткая реклама далее в нашей программе. Первый участник «Вот России» на конкурсе Евровидения в 1994 году. Маша, как? Что скажешь?